В Химках стартовала акция «Подари вторую жизнь своей елке». Теперь жители Химок могут не только утилизировать зеленое дерево, но и позаботиться об экологии. Если ранее все елки шли на полигоны или на мусоросортировочные станции, где фактически сортировка не проводилась, то сегодня все елки идут на щепу и на компостирование. В первый день акции площадку посетил глава городского округа Дмитрий Волошин. Принес елку на утилизацию. Также в мероприятии приняли участие и известные жители Химок. Среди них олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Новый год закончился, да, чтобы не выкидывать все это, чтобы не валялось нигде. Это все равно это экология. На самом деле это все загрязняется, поэтому предложили мне утилизировать елку. Я думаю, и я, и другие спортсмены сделают это. Для утилизации елок в этом году специально оборудовали 3 площадки. На улице Машенцева, 9 в Новых Химках, улица Новая, 1 в микрорайоне Сходня и рядом со Скородина, на пересечении улиц Чкалова и Мира. Теперь каждый химчанин может прийти по этим адресам и подарить своей елке вторую жизнь.